С нелюбовью к родному городу. В Выборге вандалы испортили внешний вид двух остановок общественного транспорта вблизи рыночной площади. Они были установлены в конце июля этого года. На прошлой неделе стены остановок были расписаны краской, смыть которую удалось лишь частично. Вот наша девушка, вот она снимает эти надписи, и в результате желтый и черный цвет поддался, а белый цвет на остановке теперь останется. Ну, не знаю, если нам с космоса что-нибудь такого ядовитого пришлют, что еще можно попробовать. Краски все разные. Вот такого рода деятели, они просто обнуляют всю как бы работу. Депутатский корпус города Выборга также обеспокоен творящимся в городе безобразием. Я думаю, что ответственность за сохранение нашего города лежит на каждом из нас. Давайте вместе беречь наш город. Кроме того, на днях исчезли три вазона с цветами, которые были закреплены на ограждениях по обочине проезжей части на Ленинградском шоссе. Несмотря на то, что крепеж достаточно прочный, вандалы утащили его вместе с вазонами. Это надо было планово идти. Это не бабулька с совочком, которая там где-то что-то покопалась и где-то что-то стащила. Это серьезный мужчина. Скорее всего, вдвоем. Мы почему просто кричим на эту тему? Это дополнительное финансирование, это деньги налогоплательщиков, это непростые решения и в администрации, это непростые решения по принятию этих вазонов. Если их батарейно их воровало, и мы все-таки решили, что как у всех в Ленинградской области у нас тоже будет красиво, ну вот начало этой красоты. Обидно, досадно, что есть жители нашего Боржания, наши, может быть, соседи, которые не ценят этот труд. Что они делают? Воруют цветы, воруют зеленое насаждение. И хочется призвать других жителей, которые имеют совесть, чтобы помогли сохранять тот труд, который комбинат по благоустройству приносит в наш город. Творят красоту. И мы все должны это беречь, охранять. И всячески содействует. По факту кражи вазонов с цветами комбинат благоустройства направляет акт в администрацию муниципального образования Выборгский район.